Вот мы и повзрослели. Вот мы и повзрослели. На висках белый дым. Что-то стало понятным, что-то стало простым. Ну а что-то напротив, непонятно теперь. То, что было так ясно и понятно в 5 лет. Было ясно, что солнце светит только для нас. А затем светят звезды только нам в ночной час. Ветер тоже мечтает в спину дуть только нам. Море ждет целый год нас, чтоб катать по волнам. А уж люди, так эти восхищения всегда, когда видят чужое, неродное дитя. Как увидят, так сразу все бросают и к нам, удивляться с улыбкой нашим милым чертам. Было нам так понятно, что нельзя быть плохим, нужно радовать маму поведением своим. Нужно очень хорошим быть везде и всегда, а плохим непослушным не бывать никогда. А теперь почему-то мы погрязли в грехах и не радуем маму даже в мыслях и снах. И по мере взросления мир вокруг стал другим. Нас в пример не приводят тетки детям своим. Что случилось, не знаю, с этим миром, друзья. Все теперь изменилось, каждый здесь нам судья. И ждет наших ошибок злобное шакалье, и кружатся над нами их друзья, воронье. А мы точно такие, мы не лучше других. Думаем, мы святые, презирая святых. Думаем, лучше знаем, как всем жить на земле. И людей осуждаем, не таких же, как все. Но самим непонятно, кто, куда мы, зачем. В детстве все было ясно, а сейчас не совсем. Даже вовсе не ясно, что нам делать и как. Может, просто быть человеком, как тот самый чудак, что сказал всем: любите и живите трудом, но своим, а не чьим-то, и своим же умом. Но распяли беднягу за такие слова. Зато есть теперь праздник светлого Рождества. И еще вот сегодня день весны и труда. Может, все же не зря призывал он тогда. Научиться осталось отвечать за слова и от слов идти к делу. Труд всему голова. О существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД. СД.